и в то же время высокопоставленные американские политические деятели лицемерно говорят об агрессивности Китайской Народной Республики. Они постоянно... Китая агрессором, который Соединенные Штаты навязали... Помни, что китайских добровольцев там давно уже нет, а вот американские войска... обстановку на Дальнем Востоке. Теперь на каждом шагу они достойны и с уважением. Организация Объединенных Наций нельзя создать условия для... такая договоренность без Китая. Ведь даже...